Если это видео вы смотрите не в состоянии медитации, значит активно работаете головой. И чем интенсивнее ваша интеллектуальная деятельность, тем больше вы расходуете энергии солнца для работы мозга. И чаще возникает состояние стресса в таких условиях. И несущественно, не имеете вы взаимопонимания в семье, на работе, в обществе. Размер коллектива не имеет никакого значения. Имеет значение одно – что делать в этих условиях. Я прекрасно понимаю, что вы неординарный человек. Вы очень тонко чувствуете окружающую среду, раз вам нужна консультация психолога. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как найти взаимопонимание в семье, на работе, в обществе. Вы также узнаете, почему психологи часто ищут психологическую помощь. Сапожники тоже часто бывают без сапог. А также как найти своего врача. Ну, для поиска и для обретения взаимопонимания, как вы понимаете, нужно две вещи. Нужно выслушать обе стороны. Первое – понять и познать себя. Второе – понять окружающих вас людей. И пока вы не знаете свои психологические особенности, вам бесполезно что-либо активно делать. Вы не сможете полноценно выполнять свое предназначение, достигать тех целей в жизни, которые вы перед собой ставите, потому что вы четко не можете объективно оценить окружающую вас среду, а первично себя. Потому что все мысли человека, они все-таки больше субъективны, чем объективны. Ну, пример из жизни. Вам завязали глаза, посадили в какое-то кресло, сказали, сейчас вы нажмете на кнопочку и начнете активно двигаться. Вы не знаете, в какой ситуации вы находитесь. Но это вы могли бы так двигаться, если были бы в пустыне. Да, вы в одиночестве, ну, в принципе, куда доедете, это ваша ситуация. Но вам говорят, подождите, пятиминутная готовность. Сейчас мы рассадим вокруг вас, ваших друзей, знакомых, родственников, тоже с завязанными глазами. Они тоже не знают, за рулем чего они сидят. И по нашей отмашке вы все одновременно начнете активное движение. Ну, примерно то же самое происходит в обществе, в семье, на работе, когда его члены не знают свое предназначение, знают, за рулем чего они сидят. Для вас это не состояние стресса. На мой взгляд, это еще какой стресс, который, увы, во-первых, провоцирует различные аварии, во-вторых, состояние стресса в организме человека вызывает подавление иммунной системы. И вы можете найти на моем канале 5 функций иммунной системы, такое видео, и понять, что это не такая простая ситуация, стресс, и неправильное его контролирование. Потому что если вы не контролируете стресс, не знаете свое предназначение, у вас возникает ситуация, вы подавляете иммунную систему, а вокруг вас мир кишит бактериями, вирусами, токсическими веществами. И какая проблема возникнет, какая первая функция иммунной системы ляжет, никто не знает. Знаете, периодически у нас неожиданно приходят эпидемии гриппа и простуд. И если вы не знаете, что делать для предупреждения и для правильного сопровождения вирусных инфекций, и ОРЗ, ОРВИ, можете легко и просто пострадать. Но вы знаете, грипп эпизодически возникает на планете. А есть эпидемия, которая достаточно давно уже присутствует, эпидемия туберкулеза. Я знаю, что с этим делать. Знаю, как предотвратить заболевание, потому что тубинфицированные на планете практически все стартуют с 20-летнего возраста. Есть такие исследования. Вот как сделать так, чтобы тубинфицирование не превратилось в реальное заболевание туберкулез, я знаю. Как правильно сопровождать на разных стадиях и разные формы туберкулеза, я знаю. Также я знаю, что есть другая эпидемия, которая развивается на планете. И, увы, тут можно только говорить о продлении жизни. Это эпидемия СПИДа. Такая тоже есть ситуация. Тут невозможно вылечить, но можно продлить жизнь человеку. И это тоже очень важно. Вы знаете, а могут упасть и другие функции иммунной системы. Одну из них, ее падение сразу не видно. Это онкология. Да, 10-12 лет нужно до проявления клинических признаков онкологии. Но для человека-пессимиста, да, это катастрофа. А для оптимиста это руководство к действию. Потому что за 10-12 лет можно повлиять на работу иммунной системы и не проявить у себя онкологию. Даже имея стрессы в прошлом или в настоящем, если вы еще не знаете, как с этим справиться.
А это очень важная вещь, потому что фактически иммунная система, она очень интенсивно работает. Количество бактерий, которые окружают человека, на порядок больше, чем количество клеток, собственно, человека. Но не просто окружают, а находятся в непосредственной связи с человеком. То есть находятся на коже, в пищеварительной системе, в органах дыхания, в мочеполовой системе. Такой подсчет есть. Количество клеток человеческих 10-13 степени, а количество бактерий, которые сидят на барьерных органах, 10-14 степени. Их в 10 раз больше. Единственное, что мы собраны воедино, а бактерии так это немножко рассеяны в окружающей среде, по барьерным органам. И очень важно, чтобы иммунная система справлялась своевременно и с бактериями, и с вирусами, и с онкоклетками, и с старыми клетками. И это делает, можно, безусловно, пытаясь ее стягать, если она не имеет метаболического обеспечения, бессмысленно это делать. Должен в вашем организме правильно работать мозг метаболический, который, кстати, в стрессе тоже подавляется. Как бороться со стрессом, я скажу чуть позже. А что делать для метаболического мозга вашему организму? Я знаю. Такая книжка у меня тоже есть. Что делать, если у вас есть печень? Пока она у вас есть, печень нужно заниматься, потому что от нее зависит и иммунитет, и все остальные функции вашего организма, в том числе и работа мозга. И, безусловно, можно пытаться списывать все сегодняшние неудачи на прошлое. Но прошлое не в этой жизни, а в прошлых жизнях. Да, есть такая система диагностика кармы. Да, это взгляд в прошлое. И вам толково объяснят, что то, что вы имеете в этой жизни или что вы не имеете, зависит просто от того, что вы набедокурили в прошлой жизни. Что вы были грабителем, насильником, не знаю, какие-то другие противоправные действия совершали. И радуйтесь, что в этой жизни вы просто-напросто вот имеете то, что вы имеете. Безусловно, можно это знать, может быть и нужно кому-то это знать для мотивации, что делать в этой жизни. Но вы знаете, пока вы в этой жизни не сварите картошку, вы вареной картошки не попробуете. Пока вы не поджарите кусок мяса, вы жареного мяса тоже не попробуете. И важно это просто понимать, вот эти все ситуации, что диагностика кармы – это взгляд в прошлое. А диагностика предназначения – это взгляд в будущее и использование настоящего для приобретения чего-то в будущем, большего, чем вы имеете сейчас. Вот когда вы поймете, за рулем чего вы находитесь, что вы в этой жизни комбайн или элитный суперкар, вот тогда вы поймете свое предназначение, вы поймете, раз вы комбайн, вперед из песни на поле. А если вы авто премиум класса, ну тогда у вас другие совершенно условия для правильной работы, правильное использование себя в этой жизни и правильное достижение целей. Аналогично, если вы начнете понимать предназначение окружающих вас людей, все прекрасно, тогда вместе вверх. Потому что тогда вам проще достичь взаимопонимания в этой жизни и достичь целей в этой жизни. Вы должны понимать, что каждый человек выполняет свою функцию в этой жизни. Вы в данном случае смотрите видео, я делюсь с вами информацией, которую я накопил, и все прекрасно. Мы оба достигаем целей в этой жизни. Вы приобретаете какие-то новые знания, либо повторяете те знания, которые вы уже имеете. Ну а я реализую себя как лектор, как человек, который знает определенные знания и готов им поделиться. Потому что эта ситуация, она взаимообразна. И психологи, к сожалению, часто понимая, как управлять собой, как управлять другими людьми, они тоже, к сожалению, не всегда знают свое предназначение. Вы прекрасно знаете. Вы уже наверняка были у многих психологов и понимаете, этот на своем месте, а этот не очень на своем месте. Вот именно эта цель и преследуется этим видео. Вы должны понимать предназначение и правильным питанием достигать те цели, которые вы хотите достичь. Если психолог не знает, как питать свой мозг, которому он активно работает, безусловно, ему со временем нужна будет психологическая помощь. Потому что ему не хватит заложенной родителями энергии солнца, энергии для работы мозга. Постепенное истощение приводит к тому, что да, идет эмоциональное выгорание, истощение резервов приводит к тому, что человек попадает в депрессии. И многие считают, а вот поеду в отпуск, отдохну и все восстановится. Да, в какой-то степени может быть восстановится,
Но вы знаете, сезонная депрессия после отпуска не такое редкое явление. Такое видео тоже появится на моем канале, вы можете его просмотреть. Очень важно правильно отдохнуть и правильно вернуться из отпуска. Иначе очень легко попасть из одной проблемы в другую. И не решается этим проблема. А как найти тот выход, который нужен? Да, я понимаю, безусловно, вам нужно две вещи. Вам нужно все-таки понимать свое предназначение и понимать, что такое правильное питание. Только в союзе, вместе. То есть вы можете обеспечить, то есть предназначение говорит вам о том, что у вас за машина, а правильное питание говорит, какое масло, какой бензин нужно заливать в этот автомобиль, чтобы он правильно ездил, правильно работал. И вот здесь, вот, на мой взгляд, выход из психологического тупика, в котором находятся многие. Увы, все ищут, как напрячь себя. А вопрос по-другому должен, на мой взгляд, ставиться. Машину без бензина, без нужного масла вы долго не сможете толкать своими усилиями. Большинство, к сожалению, так и делает. Вручную расталкивают автомобиль. Зачем? Залейте нужный бензин, масло, заправьте нужной водой и все. Поставьте нужный аккумулятор. Проблем нет. Кстати, видео консультация диетолога вы тоже можете найти на моем канале. Около 40 минут полезной информации, потому что, к сожалению, большинство считают, что питание можно игнорировать. Кое-что, кое-как там забросали и все. Да, конечно, мозг голодного и сытого мужчины по-разному реагирует на любые жизненные ситуации. На одни и те же ситуации реагирует абсолютно по-разному. Да, и все знают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, кстати, к его мозгам тоже. Главное, там нужного размера путь прокладывать, а не переусердствовать в этом вопросе. Безусловно, мозг женщины тоже до и после плитки шоколада по-разному реагирует на разные ситуации. Вы знаете, это примитивный уровень работы мозга. Просмотрите, не поленитесь, консультацию врача-диетолога на моем канале. Более 40 минут про правильное питание для здорового человека. Конечно, если у вас есть какие-то особенности, есть какие-то нарушения в системе питания, их нужно устранять. Вы никогда не обеспечите себе правильное питание для своего мозга и полноценную активность мозга. Пока у вас есть дисбактериоз, пока у вас есть хронический панкреатит, пока у вас нарушена работа печени, почек, другие органы системы. Организм, если он поездил уже какое-то время, поработал в непонятных для него условиях, не всегда комфортных, он имеет право ломаться, приобретать различные заболевания. И пока вы эти заболевания не устраните, вряд ли ваш мозг будет работать активно. Вы знаете, психосоматические заболевания, их еще никто не отменял. Но психосоматика – это комплекс. Это работа мозга на работе тех, на особенностях работы тех внутренних органов, которые есть. Если вы не наладите работу своего организма, вам сложно ожидать от вашего мозга той активности, которую вы хотите, и тех реакций, которые вы хотите. Поэтому важно понимать, что нужно двигаться в двух направлениях. С одной стороны, понять свое предназначение, а с другой стороны, понять предназначение органов пищеварительной системы, печени, почек, которые обеспечивают работу вашего организма, и то комфортное и активное восприятие окружающей среды, чтобы вы не искали консультации психолога, который научит вас жить с теми особенностями, которые вы имеете. С ними нужно не жить, их нужно использовать для высокого качества жизни и активного долголетия. Этими словами я, думаю, буду заканчивать это видео с привычными подписчикам моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Не забудьте подписаться и, если понравилось видео, поставить лайк.